Всем привет и приветствую всех на самый добрый и самый адекватный канал на платформе YouTube. Сразу прожимаем лайк, дизлайк и подписываемся на канал, если ты все еще не подписан. И да, не забываем про колокольчик. Итак, друзья, сегодня у нас снова еще один баг про Мстителя. Как его убить? Мы нашли еще один баг, то есть еще лучше, еще улучшенный, чем предыдущий. Ссылку на предыдущее видео я оставлю в описании. Можете перейти по ссылке и посмотреть те два варианта, которые я показывал. Но по мне вот этот вариант самый лучший, самый идеальный вариант для всех. Для даже если ты нуб, ты не умеешь стрелять, то этот баг именно для тебя. Итак, нам надо просто подойти к башне, присесть и прицелиться. Итак, совсем забыл сказать, что есть еще одна фишка, которая очень важна, которая играет большую роль. То есть вы подошли к башне, присели, навели камеру вниз и прицелились. То есть нажимаете на прицел и вы попадаете в текстуру. Таким образом можете свободно убить Мстителя. Хочу заметить, что Мститель на вас вообще не агрится, он вообще на вас внимания не обращает. Потому что картинка с его стороны, типа вы прячетесь за башней. И еще одно, вот мы взяли коллиматор и попробовали с коллиматором то же самое провести. Но у нас пока результат был неудачным, то есть мы не смогли с коллиматором стрелять Мстителя через текстуру. И да, я еще посмотрю с четверкой, восьмеркой и еще раз попробую с коллиматором найти хоть какой-нибудь вариант. Если смогу найти вариант, то скорее всего я буду писать об этом в комментарии закрепленном, или же заново буду записывать видео, если там что-то по-другому надо сделать. Так как мне скидывали видео одного ютубера, не помню кто это был, короче, он не мог вообще попасть в эту текстуру. Он показывал, что можно где-то 20 раз, 30 раз надо попробовать, чтобы попасть в нее. Но как вы видите, мы с легкостью попадаем в текстуру и без проблем убиваем Мстителя. Напишите в комментариях, если вам зашло это видео, если вам понравилось. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели бы увидеть на нашем канале. Мы обязательно будем фиксить каждый баг, каждый будем юзать самостоятельно. А если вы хотите с нами сниматься, то естественно мы будем делать видео с вами. Ну на этом у нас все. Я с вами прощаюсь. До новых выпусков. Всем пока, всем добра. С вами был Борс.